Поехали. Хотим показать вам новинку от торговой марки Lorenzo Villarese. К своей 25-й годовщине они разработали твердые духи по самому продаваемому аромату Tendonage. Аромат потрясающий. Посмотрим, что внутри. Обещают, что это будет ограниченный выпуск. Анонсировали выпуск всего 1000 экземпляров этого парфюма. При этом каждый из экземпляров должен быть пронумерован. Давайте посмотрим. Так, что у нас есть? У нас есть бархатная упаковка для духов с логотипом. Мягкая и очень красивая. Так, это у нас информация. И вот они наши духи. Выглядят очень симпатично. Действительно пронумерованы. То есть из 1000 штук наш 977 экземпляр. Вот информация об этом. Твердое, железное, блестящее, очень тяжелое. 100 грамм. Но в руке нам... 10 грамм, простите, да, не 100. Но в руке намного тяжелее. Сразу остаются следы, но потому что материал очень яркий и блестящий. Написано, что это продукт к 25-й годовщине. Также указаны года работы с 1900 по 2015. Открываем, видим внутри зеркальце и еще что-то. Ха, еще одно зеркальце. Видимо, это увеличивающий вариант зеркальца, это обычное зеркальце. То есть мы с вами видим в руках пудреницу с потрясающим ароматом. Аромат под пленкой. Вот так, это аккуратно собираем и захлопываем. То есть для того, чтобы взять его в сумочку, мы просто прячем с вами в чехол. Закрываем и получаем такой потрясающий, компактный и очень стильный аксессуар. Будем пользоваться!